ней делать. Зеленая кнопка горит. Вот эта зеленая кнопка, он работает. Дальше. Вы последовательность знаете. Вот одна последовательность висит там, вторая я вот здесь ее размещу. Микрофоны отдаем. С собой не заберите, пожалуйста, микрофоны. Дальше, следующее. Теперь, когда зал смеется, выдерживайте паузы. Запомнили, да? Запомнили? Берем рукой. Микрофонов 4. Мы после выступления остаемся в зале на разбор полетов. Ну, как бы вот даже впечатляет. Все будет круто. Последовательность вот здесь. Дети, вот, Егор. Егор и микрофоны. Анна Викторовна, какой прогноз на сегодняшнее выступление? Чуваки косяки ожидаются. Я думаю, что у нас косяков не будет. Мы постараемся сделать так, чтобы было все без косяков. Прогноз сегодня. Сегодня солнечная погода. На улице хорошо. Мы надеемся, что так же хорошо будет и на сцене. Весело, задорно. Вот, поэтому ждем. Ну, а результаты мы узнаем после, там мы уже видим все косяки. Вот, это вот мои дети. Давайте. Хотелось бы узнать, какие качества нужны КВНщикам, чтобы победить сегодня? Остроумие, в первую очередь, интеллект, находчивость. А чувство юмора? Остроумие, чувство юмора, конечно. А юмор у них есть? Да, чувство юмора, оно рождает остроумие. Если этого чувства нет, то остроумие не родится. Не родится, да? Мне так кажется. А мне кажется, еще и, как сказать, интеллект. Да, и плюс кукозор, который вот тут. Встречайте, ведущий школьного фестиваля КВН Ахмадуллин Тимур! Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Я рад приветствовать вас на третьем школьном фестивале игр КВН! Громкие аплодисменты! Ни пуха, ни пера! Открывать наш фестиваль будут победители городского фестиваля КВН в номинации «Лучшая школьная команда». Это сборная 13-й школы под названием «Сахарята». Громкими аплодисментами встречаем ребят! Представьте, случай на новогоднем утреннике. Вот за это можно получить хороший подарок, а вы мне стихи, стихи. Да, Дедушка Мороз. Руку мою держи, что хочешь, скажи, получишь, где же она. Да, с таким уровнем юмора сегодня вам точно не выиграть. И что, у меня свой проект есть. Ну и какой? Это морда! Рельс, мальчики, прекратите! Да кто там чебуреки, схватит уже! Команда КВН Сахарята, спасибо. Вот я чебуреки. На сцене команда КВН «Торнадо». Гони мобилу, а то побьем. Брата сейчас позову. Ты что, блядь? Забирайте, не бейте меня. Встречайте, команда КВН «Паль, ребята, 7 А-класс». Паль, паленка. Дай посмотрю. Бирку. Только не трогай меня. Хорошо. Паленка. А ты сам не на оригинале ходишь. Я отвечаю. Да, дай гляну. У тебя даже бирки нету. Давай создадим команду. Давай.
Фу, чем воняет? Я трогал мужиков на рынке. Пахнет лепешкой. Я брал ее в кредит в дурами. Мам, давай создаем команду. Все, а что ты? Ай-яй. Все, без шуток. А следующий готовится команда КВН «Моя самая любимая». Громкими аплодисментами встречаем их! Алло, что это за красавчик Женя сидит? Это Женя Рос. Женя Рос, что не вырос? Громкими аплодисментами мы провожаем команду. Ива, ты идешь? Женя Рос. А на сцену уже готовится следующая команда из 7-го Б-класса. Это команда КВН «Тренды». Громкими аплодисментами встречаем их. Здравствуйте, мне бы сфотографироваться. Здравствуй. Кто же ты? Может, ты? Модель из Инстаграма? Чик. Нет, совсем. Кто ты? Может, ты? Нет. Давай. Да, все правильно. Так. Женщина, а что делать? Так, женщина, из-за вас мы не едем на такие маврики. Ты такая не сфотографировала меня на загранпаспорт. Так, успокойтесь. Встаньте, пожалуйста, правильно. Подбородок чуть повыше. Голос певее. Пока. Ну что же, пока готовится, я скажу, что мало половин благодарит своих родителей, маму, папу, бабушку, а в особенности кошку, которую они очень любят и кормят. Слышь, ты кто? А, я тебя вспомнила. Это же ведь ты мне продал Беларусь, а я тебя все на это искала. Ладно, попей, отдохни. В смысле, будет 2014? Ха, один. А на сцену готовится выходить команда КВН «Вареники». Привет, девчонки. Сила была пустой. Мы пережили хорошие времена. Прошли от звонка до звонка. Я скоро себе куплю крутую тачку и обязательно вас прокачу. А сейчас вечеринка! Ну, если мы 4-й класс так отмечаем, что ж будет в 11-м? А на сцену выходит команда КВН «На стиле». Встречайте! А сейчас представьте, случай на рынке. Здесь останется только один. Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? Разрешаю. А что это вы делаете?
Я прошел тест ВКонтакте, в прошлой жизни я был самураем. А может, вы что-то перепутали? Может, вы были сумоистом? Давайте еще раз поаплодируем. Ребята переживают, готовятся. И встречаем облученные юмором. Акуна Матата. Бумба, Тимон! Так, успокойтесь! Вы что за цирк устроили? 10-й класс, хорошо, это был звонок на урок. 10-й класс в столовке, и пусть весь мир подождет. Итак, встречайте чемпиона Озерской лиги КВН 2017 года, вице-чемпионы школьной лиги КВН и лучшая студенческая команда города Миасс, команда КВН «Сахар». Но вот слышу крик я звонкий, кто-то мне кричит в кустах. Я подумал, это кошка, а оказался это... что здесь у всех крыша сорвет. Вон недавно у слона пошутили. Здравствуйте, девушки. Сегодня очень знаменательный для нас день. Сегодня одна из вас станет моей женой. И... мама, опоздала я. Привет. Девушка, вы кто? А я болела, я отпрашивала, справку потом принесу. У меня, к сожалению, осталась только одна роза. Нищеброд. Итак, Юль, ты примешь эту розу? Егор, извини, но за проект у меня есть молодой человек. Я просто не думал, что до финала дойду. Жаль, очень жаль. О, Анастасия, а может вы примете эту розу? Конечно, я бы приняла ее, если бы ты был мне интересен. Но это не так, прости. Эй, красавчик, его невеста, я его невеста. Тебя хоть как зовут, а невеста? Тимати, с 1 апреля, брата. Приглашаю под бурные аплодисменты все команды на сцену! Быстро, быстро, быстро! Громко-громко хлопаем, встречаем наших членов жюри! Вот я всегда анализирую, почему вот такие есть команды. В Юрку была команда и есть команда «Цветная капуста». В Миасском радиологическом колледже команда «Вареная сгущенка». В Цивилянской школе есть команда «Сахарята». В машиностроительном колледже есть команда «Сахар». Вот что-то все на еду нас как-то вот пробивает. А сегодня вареники. Победители 3-го фестиваля команда «Вареники». Аплодисменты громкие, аплодисменты. Сладкий топ. Так что увидимся в следующем году на 4-й фестиваль. Всем большое спасибо. Хороших выходных. До свидания. Команда остается на сцене. Давайте поаплодируем этому, ура! Ну, я начну с хорошего. Все, вот молодцы все команды, все-таки вы дошли до конца. Все, кто начали, вы все дошли до конца. Вот, у каждой команды были какие-то свои изюминки, но и сейчас мы вот давайте подробно разберем команду. Давайте, Данила Геевича, послушаем. Я тоже вас хочу поздравить. Вы все 9 команд и организаторы, вы все молодцы. Хорошо, что привлекали учителей, я знаю, что вы, да, классно уходите. И Ольга Петровна тоже была, да? Торнадо. Вы вышли и сбились в кучу. То есть нужно подтягивать уровень юмора. Пали, ребята, где вы, пали, ребята? Ага, понятно. А для чего это было? Ага. Кому, вам смешно? Ну, даже с маленьким айкью можно сделать барбекю, понимаете? Да, 3 новых слова придумала вообще в русском языке. А рамбутан как-то еще, вот я записал себе, я даже поржал.
мы достигли, мне не понравились, но в том, что... Я вам всем говорю сейчас, нужно заранее подготавливать номер. Для чего фронтмен? Фронтмен вышел и говорит: друзья, а сейчас у нас случай в аптеке, а в это время уже шуршаются, там стулья выставляют. А сейчас номер про аптеку. А, нам шутка. Он номер пошел. Что это? Что же новость? Тренды. Песня мне тоже понравилась, выкатная, прям хорошо, прям отработали. Мало половины. Шутка с хэмом, я сейчас не буду, но потом после. Вот после ребята я помню. Вы-то хорошие и хорошо отработали. Вот у меня у них наивысшая оценка 4 балла. Достигли. Додоешь корову, прям вообще вот, мне так нравится. Вы все, конечно, длинно, то есть все-таки были животные наполнения. Я поставил, ну, вас, ну, плюс, мы оригинально отработали. Молодец, знаешь, такая вот деревенская девушка. И обученные юмором. Вы молодцы, вторая песня неплохо зашла. Сейчас случай там с выборами Собчак, да, ушли. И сука, на датчик! А они во мной держатся, понимаете? Они понимают, что косяк какой-то, но они стоят. Девушка не затупила, вы в другой раз пошло мне много. Молодец! Все понятно, что стукаешь, стуки. И они дальше пошли отрабатывать другие номера. Поэтому большое спасибо, друзья. Давайте еще раз поаплодируем. Готовишь, круто вообще, я говорю, что четвертый хороший, пусть это прям потерялся уже. 13-я рота, тупичка, печенька, это слово вообще для меня. Круто, что поете, реально круто, это война очень помогает. Спасибо, Женя. Поэтому я вас всех благодарю, вы большие молодцы, вы этот фестиваль сделали, ура!